Кинешма возвращается на туристическую карту страны. Как город готовится к приему туристов, Станислав Воскресенский обсудил на рабочем совещании с теми, кто, собственно, за гостеприимство и отвечает. Встреча прошла за закрытыми дверями. Удалось лишь узнать, что от компании «Водоход», крупнейшего речного оператора, уже поступило 20 заявок. Теплоход «Максим Горький» прибудет в Кинешму 7 мая. Стоянка продлится с 8 до 12 часов. Говорю, давайте сегодня обсудим ход подготовки, что делается по причалу, по коммерческой недвижимости, по туристическим маршрутам, по гидам. Вы помните, что сейчас туризм такая целая индустрия, есть много важных детальных требований к городам, которые принимают туристов на теплоходах. Мы сегодня с вами посмотрим, где мы находимся, где нужна моя какая-то помощь, готов ее оказывать, чтобы мы с вами достойно встретили весеннюю навигацию.